За рубежом открыто 295 избирательных участков в 144 странах. В Баку туристы и постоянно проживающие в республике россияне голосуют на территории посольства. А для тех, кто по состоянию здоровья не смог прийти на участок, организовали выборы на дому. Таких оказалось 2 человека. Проспект. По состоянию здоровья я не очень-то подвижный человек, и вдобавок у меня в доме тяжело больной человек. Я очень благодарна, что такое внимание, перезвонили, предупредили, пришли, все организовали. Я спокойно проголосовала. Спасибо большое. Голосование в Азербайджане завершится, как и везде, в 8 вечера по местному времени.